Привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. Сегодня мы продолжаем обзор книги «Monster High. Лучшие подруги». Краткий обзор предыдущих выпусков. Из разных стран прибыли студенты в Америку, в маленький городок Салем, в школу «Monster High». Иностранные студенты проживают в общежитии школы «Monster High». После собрания монстров новички отправились в библиотеку на лекцию профессора Вустрица. Доктор Вустриц вошел в библиотеку одновременно со звонком, возвещающим начало урока. Этот монстр средних лет выглядел в точности как профессор литературы, не считая того, что от него пахло соленой водой. Итак, давайте же начнем. Ученики, очень полезно бывает очистить палаты моего разума, прежде чем погружаться в пучину гульской литературы. Пардон, доктор Вустриц, но курение категорически запрещено на территории школы монстров. Кроме того, оно очень вредно для вас. И для нас. Я от него вяну. Это не курительная трубка, юная горгулья. Она может выглядеть как трубка, но определенно не является таковой. На самом деле, это художественно вырезанный ломоть сыра, который я намереваюсь съесть позднее на ланч. И эта сырная трубка помогает мне создать мою интеллектуальную личность, великого доктора Вустрица. Ну а теперь настало время моего монолога, известного также как перекличка. Лагуна Блю? Здесь. Дракулаура? Здесь. Джексон Джекил или Холд Хайд? Здесь. Диус Гаргон? Йоу, здесь. Диус Гаргон в неизменных солнечных очках. Он не был создан из гранита. Рошель была одной из немногих школьников, кто способен был смотреть ему в глаза. Клео Даниил. Я здесь. Услышав имя подруги Диуса, Рошель тут же пришла в себя, вспомнив, что она и сама не свободна. Ведь всего несколько дней назад, скорее же, она попрощалась со своим милым другом Гаротом. От одной лишь мысли о Гароте Рошель пришла в себя и почувствовала себя виноватой. Через несколько минут. Ты только взгляни на эти бумажные мешки с покупками. Она убийца деревьев. Венера, тебе не кажется, что это уже перебор? Привет, Клео, я Венера, я новенькая. Добро пожаловать. С чего ты вдруг решила поговорить со мной о сумках, деревьях? Я что, похожа на лесника или на сортировщика мусора, о мой Ра? Смею тебе сообщить, что это две самые благородные профессии на свете. Они находятся на переднем краю борьбы против таких истребителей окружающей среды, как ты. Привет! Клодин, она явно не годится ни в группу поддержки, ни в элитные пулы девушек Кусоловей. Привет, девчонки! Я слышала, о чем вы тут разговаривали. Как вы не понимаете? Она ведь просто пытается сохранить мир процветающим для нас всех. В ролях снимались из Ever After High Хантер Хантсмен в роли учителя. Рошель Гойл, Ночь монстров. Базовая Дракулаура. Базовый Диус. Джексон Джекил из Сетас Фрэнки. Венера, музыкальный фестиваль. Лагуна Блю, страх камеры мотор. Клодин, музыкальный фестиваль. Клео Даниил Скариш из Сетас Лагуной. Не с этой лагуной, с другой лагуной.
Это были некрутые куклы из моей коллекции. Это была сценка из книги «Монстр Хай. Лучшие подруги». И на этом было все. Продолжение следует. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!